Друзья, вот мы уже третий день на даче. Вчера у нас достал сильный дождь. Всю ночь лил. У нас не получилось подвязать пионы. В общем, все руки нам подбивал. Грязь такая, что... И сейчас моросит, и обещают еще продолжение дождя. Вот завязала фонарики. Не хочется, чтобы они испортились. Замкнула. Так что... Собирались сегодня домой, уже к вечеру. Не знаю, получится или нет. Посмотрим, может быть, еще останемся. В домике-то у нас тепло, мы обогреваемся. А вот на улице ветер плюс 7. Очень холодно, нехорошо. Сейчас покажу. Климатис повалило. Вот этот климатис с ветром ночью повалило куст. Но он не поломался, а просто ветки лежат. От ливня. И вот надо его будет собрать сегодня, подвязать к сетке. Раз он сам не цепляется, надо помогать ему. Петухи поют, птицы поют. В общем, все хорошо. Дождь поливает. Все, это неплохо. Вода у нас была только в воскресенье вчера. Теперь только будет в понедельник, ой, в среду, да, в среду будет. Вот, как-то так. Посмотрим. Не будет дождя, надо выходить, делать дела. Я вообще в зимней куртке. Настолько холодный ветер, еще что-то моросит. Неприятно. А так, надеемся, что все развеется. Зашли в теплицу, раз там на улице неуютно. И мама тут решила пасынки обрывать. Пора уже. Уже пасынки вовсю. Ты куда их потом будешь девать? Ну, если хорошие, возьму их это... Укоренять, да? Укоренять. Потом мы досаживаемся, вдруг медведка подъела, да? Да. Может, соседям они кому? Они еще лучше догоняют, и еще лучше. Быстрее, да? Да. Такие примерно. Быстрее, чем даже вот эти развиваются. И крепче, да? Да. Угу. Кое-где обрываешь, да? Ну да. Я пока оставляю вот. И да, вот маленький. Так вот. Как в теплице хорошо, здесь тепло. Да. Будем здесь греться. Вот девчонок надо сюда гулять, водить в теплицу. А то сидят в доме, греются. Так. Наш маленький, да? Еще. Они обрываются хорошо. Ну, сейчас вот такая погода. Самая. Это вот. Из пазух, да, вот то, что растут? Да, вот видишь, между листьями, вот они. Угу. Вот. Пасынки. И вот их. А если их оставить, то будет... А зачем нам много? Туда... Надо в один ствол, вот он, да, оставлять? Да, вот видишь, они какие. Вот. А раньше мы этого не знали, да? Ну, почему? Когда ты раньше? Просто я их всегда оставляла. Меньше сажала. На той сейчас... даче, да? Когда у нас было? Да. Угу. Не было теплицы. Вот. Вот они. Я потолще, я боюсь, вот, этот... вот так оставляю. Вот этот... Эти... Ну, в общем, сейчас будем тут. А потом будем что делать? Подвязывать? Потом подвязывать. Уже пора их уже давно. Уже. Какие-то прищепочки там в фикс-прайсе, да, взяли. Будем на прищепочки пробовать их зацеплять. Уже вовсю цветут. Это простые цветочки. Сейчас покажу вам. Какой красивый, как махровый. Здесь еще больше.
такой вот он. Это будет, наверное, корявый весь такой большой. Тарантусы занесли сюда. Холодно. Они не любят холод. Плюс 10. Это самое минимальное, наверное, для них ночью. А так лучше плюс 15. Ну, мы их занесли в теплицу. Вот этот вот он. Слабенький батяня. А вот что батяня такой здесь, мам? А? Какой-то он самый такой. А там же медведка сюда. Ой, а этот жук. Жук. Ну, майский, да, личинка? Да, да. Подъел. И ты посадила сюда. Да. Так, воловье сердце. А то были они все одинаковые он были. Ну да, эти большие уже. Только потом червяк перед этим же сожрал. Вроде копало, ничего не было. Ну да, у нас их много. Так, черный барон. Сейчас. Сердце ангела. Такой хороший. Большой же. Так что здесь тоже сердце ангела. Черный барон. Это что? Уже сердце ангела. Звезда Востока. Тоже сердце ангела. Ну, буду смотреть, какие. Какие здесь лучше теплицы? Японский вон, трюфель. Хороший вот тот стоит. Что там за? Такой хороший. И этот вот что за? Ну вроде как солнышко пробивается. Скорее бы уже потеплело. Не надо нам больше дождя такого. Мы вот чайные пакетики не выкидываем, собираем, потом их потрошим и вот. Так вот сыпем в огород. Подо все, под цветочки, подо все. Все равно как удобрение. Летом пьем каркаде. Каркаде я под туечки высыпаю, под гортензии. Иногда даже не завариваю, просто сыплю сухим каркаде под гортензии. Подкисляю почву. Ну вот. Грязь сплошная. Пока мама в теплице, сейчас я пойду с ней подвязывать. Если, конечно, получится, ничего нас не потревожит. Друзья, ну мы в теплице. У нас на теплице 6х3. Расскажу про нее немножечко. Из чего да как. Здесь у нас в основном растут всегда томаты в три ряда. Ряды примерно по 60-65 сантиметров. Ну, может, где-то что-то чуть больше, чуть меньше. Проходы. Этот, наверное, проход 45. Этот, наверное, 40. Здесь посажены томаты в один ряд. Средний ряд тоже в один. А там решили в шахматном порядке все-таки в два ряда садить. Вот. Сделаны они у нас на возвышении из плоского шифера. Поддерживают их металлические штыри. Это по всей длине. Сегодня мы посынковали. Мама посынковала томаты. А сейчас мы их подвязывали. Подвязывали мы их вот такие штыри металлические. Рядом с корнем втыкали в почву. Завязывали. И вот так слабенько, чтобы вокруг потом окутывать. Когда будет, помимо того, что он будет расти, чтобы была не натяжка здесь. И вот так вот подвязали. Пока только один ряд. Передохнем и второй ряд продолжим. Папа сейчас делает нам
вот эти вот крючки металлические. Сейчас он сделает, и мы продолжим. После такого дождя у нас тут машины застревают. Вот там вдалеке ехала девушка, и застряла машина у нее. Грязь. Выехать не может, приехали, наверное, к ней друзья на помощь. Буксируют. Взяли на буксир. Уже третьи пришли на помощь. Наверное, мы не сможем отсюда даже сегодня выехать. Ну, правильно, что грязь, лужи. Сейчас покажу, какие. Вот так вот на дорогах машины застревают. Насыпи нету. И там тоже. И вот. Застряли хорошо. Такая сирень нас цветет. Красивая. Сейчас покажу, какие цветочки у нее крупные. Ярко пахнет, прямо издалека. Ветерок дунет, так хорошо пахнет. Недолго цветут сирени. Ну вот, подвязали второй ряд уже. Клематис решила повесить ее все-таки. Ой, клематис. Думаю, клематис, выходя из домика к тарантусу. Клематис подвязала сейчас. Ну, вот клематис подвязанный. Слово клематис. Практически все клематисы оклемались, кроме одного. Так что ждем еще, пока один, может быть, оклемается. Подвязали пионы. Вот так вот мы веревочкой их тоненько подвязываем. Когда они начинают цвести, они не разваливаются, но немножко опускаются так вот с шариком. Потом мы их состригаем, и они смотрятся, как будто стриженные кусты, такие шарики. Очень даже неплохо. Вот так вот.